Где лечили Марьянова? Новые подробности в истории о гибели актера Дмитрия Марьянова. Есть версия, что артист пытался избавиться от алкогольной зависимости. Лечение он проходил в частной клинике в подмосковной Лобне. Есть свидетель. Он видел, как актер неделю назад приезжал в больницу. Его начали там прокалывать препаратами, хоть даже не чистили, ничего. То есть там нагрузка на сердце. Почему же друзья отменили вызов в обычную скорую? Быть может, актеры решили везти уже по знакомому адресу?